Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проект пришли два новеньких парня. Было решено оставить обоих ребят, а в результате рокировки проект покинул Колян Должанский. Один из парней пришел Коля Рапунцель. Это тот самый Денис, с которым у девушки якобы была интимная переписка. Но уже к вечеру парня вывели на чистую воду и выяснили, что он оболгал Ольгу для того, чтобы попасть на проект. Второй парень, Александр, пришел к Ольге Райской. Оказывается, это ее бывший молодой человек. Именно от него девушка сбежала на Дом 2. Марина Африкантова рассказала о приятной для нее инициативе Чуева. В эту субботу Андрей пригласил мою семью на ужин в ресторан. Будут мои мама, папа и, возможно, дедушка с братом. В общем, почти вся семья будет в сборе. Мама Марины, Татьяна Владимировна, скоро вернется на проект. Она беспокоится о своей дочери и хочет у нее забрать паспорт, чтобы не позволить Чуеву оформить на нее кредит. Катя Король решила вопросы с девочками в женской спальне. Как вы помните, они посчитали, что раз Катя одиночка, то ей нечего делать в VIP-комнате и перенесли самовольно все ее вещи в женскую спальню. Катя устроила им райский подъем. Она пишет: «Хотели видеть в женской король? И вот я снизошла с рупором и швейными машинками. Я показала, что не позволю глумиться над собой никому. Я одиночка, и по решению ведущих я вернулась в VIP». Лена Босс так прокомментировала эту ситуацию. «Сегодня наш конфликт с король закончился. Она переехала жить обратно в свой швейный цех. Мы же считаем ее социально опасным человеком с подорванной психикой. Она показала нам свое истинное лицо, свою злость и садизм». Женя Кузин улетает на Кипр, чтобы увидеться с сыном. Поговаривают, что с ним же летит и Саша Артемова. Как вы помните, она совсем недавно ушла с проекта, и было непонятно, расстались ребята окончательно или нет. Алиана Габозова опровергла слухи о том, что состояние ее мамы Светланы Устиненко ухудшилось. «Каждый месяц журналисты и аферисты придумывают очередную чушь про меня и про мою маму и не могут оставить нас в покое. И каждый месяц мне приходится успокаивать своих родных, близких и друзей, чтобы они не переживали за нас, потому что у нас все хорошо. Мы не нуждаемся в сборах, я сама лично оплачиваю полностью мамино лечение. Прежде чем читать и верить желтым газетенкам, спросите у меня». Алиана и Саша Габозовы получили в подарок от компании, где они работают, Mercedes. Алиана похвасталась: «Наконец-то я получаю свой заветный подарочек. Не могу поверить в это. Я не первая, кто получил Mercedes в подарок. Уже больше 300 автомобилей выдано за последние 2 года. На самом деле все это делается в рекламных целях. Машину никому не дарят, она не оформляется в собственность, а выдается в кредит. Кредит будет выплачивать компания, пока человек хорошо работает». Инне Воловичевой предложили вести свою колонку в журнале «Дом 2». Она пишет: «Я согласилась, так как тема мне интересна – похудение и диеты. Моя рубрика называется «Дневник Инны Воловичевой». Сейчас я ищу темы для следующего выпуска. Если у вас есть какие-то интересные мысли по этому поводу, предлагайте». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!